Привет, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей, сайт «Фокусы от моряка». Ну что же, давайте продолжим знакомство с нашими флоришами. Но в этот раз я подготовил для вас очередной флориш. Он не сложный, он из раздела такого, как литогенезис, либо фальшивая дельта. Называется он «Тарте». Вот, сейчас я вам продемонстрирую его и, конечно же, научу его делать. Итак, смотрим. Ну что ж, друзья, для того, чтобы показать этот флориш, воспользуемся колодой ног и продемонстрируем, как выглядит этот флориш «Тарте». Итак, смотрим. Еще раз. Ну и заключительный раз. Вот такой вот флориш, он не сложный. Если он вам понравился, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео. И, конечно же, если хотите выиграть приз и участвовать в конкурсе, то комментируйте, лайкайте видео. Если не хотите участвовать в конкурсе, то все равно комментируйте и лайкайте видео. Ну что ж, давайте перейдем и посмотрим, как он делается. Ну что ж, друзья, давайте приступим к изучению этого флориша. И посмотрим, как он делается. Итак, перед началом флориша я захватываю колоду вот таким вот образом в левую руку. Далее я подношу вторую руку, захватываю ее вот таким вот образом. Обратите внимание, где у меня большой палец, где средний, безымянный. Указательный лежит сверху. Далее, большим пальцем я начинаю пролистывать вот так вот колоду. И останавливаюсь примерно на 1/3. После чего я ее вот так вот, у меня колода упирается вот в эту часть руки. Я начинаю вот эту нижнюю часть, 1/3, вот так вот поворачивать. Повернув ее, вот этой вот большой оставшейся частью, я упираюсь вот так вот снизу в уголок и начинаю ее вот так вот кверху крутить. Кручу кверху и, закрутив, я вот эту колоду чуть-чуть отвожу в сторону, но и захватываю ее безымянным и большим пальцем. Вот так вот. Захватил. После чего эту большую стопку я переворачиваю вот так вот к себе в руки. Сразу же делаю вот такой вот отрыв, как для Вольта Шарлье. Поднимаю вверх вот так вот эту стопку. Далее подношу руку и вот этим вот уголочком я упираюсь вот сюда вот, вот в эту вот часть руки. Раньше я пробовал делать вот между пальцев, но как-то не очень получается. А вот сюда вот, когда вот в районе костяшки безымянного пальца упираешься, получается нормально. Итак, я уперся сюда, да, вот в районе костяшки безымянного пальца у меня один уголок, и второй уголок у меня вот на указательном пальце левой руки. Далее я поднимаю эту стопку вот так вот вверх и остальными пальцами нижними, да, безымянным, средним и мизинцем, я эту колоду вот так вот сюда перевожу, после чего я вниз опускаю эту часть, накрываю ее. В правой руке у меня до сих пор держится вот эта вот вторая, да, точнее, наша первая самая часть. Что я делаю с ней? Я начинаю большим пальцем вот так вот вниз соскальзывать. Соскальзываю. Подвожу ее сюда. Вот так вот перевожу. И когда кладу нижнюю часть, нижнюю карту, я забираю отсюда. Вот так вот вытаскиваю. Переворачиваю ее. И просто бросаю сверху. То есть получается, что вот эта самая нижняя карта, которая изначально в колоде лежит, она потом вот сюда вот вниз и падает. То есть, смотрите, допустим, я сделал вот этот вот флориш, да, так раз. И вот она, нижняя эта карта, падает сверху. Итак, давайте повторим еще раз. Флориш несложный, говорю сразу. Единственное, немножечко у вас, возможно, будут трудности, когда вот упираешься именно в костяшку, потому что движение какое-то непривычное. Обычно пальцы участвуют, а здесь надо куда-то вот сюда упереть. Ну да ладно, научитесь. Итак, смотрим еще раз.
захватываем правую руку. У меня безымянный со средним, большой, указательный. Начинаю так вот пролистывать, останавливаюсь, где 1/3. 1/3 у меня остается в руке, я ее поворачиваю, держа ее большим и средним пальцем. Поворачиваю и снизу подвожу вот эту большую стопку. Упираюсь в уголок, начинаю ее вращать. И захватываю ее большим и безымянным пальцами. На средний и большой у меня держит эту большую стопку. Захватил. Большую перевожу в руку. Сразу же делаю вот этот вот отрыв, как для Вольта Шарлье. Подношу вот это вот место, район костяшки безымянного пальца. Поднимаю это кверху, а остальными пальцами переворачиваю нижнюю часть, которая у меня лежит в ладони. Эта часть у меня упирается пока что вот в районе костяшки и указательный палец левой руки. Итак, подняли, эти перевели, опустили сюда вниз, накрыли. Здесь я начинаю, держу вот таким вот образом колоду. Обратите внимание, где мои пальцы. Собственно, эти пальцы остаются на тех же местах, но начинает скользить у меня большой. Он скользит, и я захватываю колоду вот таким вот образом. То есть у меня соскользнул он, я ее переворачиваю, вытаскиваю нижнюю карту, переворачиваю и кидаю ее сверху. Давайте еще разочек посмотрим. Пролистываю, остановился на 1/3, повернул, большой частью, более толстой стопкой уперся в уголок, начинаю его поворачивать, захватываю средним и большим. Эту большую часть у меня держит, здесь точнее у меня безымянный большой, здесь средний большой. Переворачиваю в эту руку, делаю отрыв, упираю, эти поднимаю, эту часть опускаем, накрываем. Здесь большой палец у меня скользит, вытаскивает нижнюю карту и бросает ее сверху. И вот таким вот образом получается у нас флориш тарте. Ну что ж, друзья, я думаю, объяснил доходчиво. Если что-то будет непонятно, пишите в комментариях. Но, собственно, все это с опытом приходит. Лично я его учил недолго. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И до встречи у меня на борту со следующими видео. Пока!